Ребята, добро пожаловать на канал. У микрофона вещает Хоттабыч. Ну, а это неделя Советского Союза продолжается. Так, награда. Еще раз продублирую, что я, пожалуй, не буду больше дальше продолжать участвовать в марафоне. Ну, что-то заработаю, то заработаю. А так, пофиг. Золотая заявка на солдата, золотая заявка на оружие. Если мне сильно приспичит купить какое-то оружие, не знаю, такое, например, я возьму да и потрачусь, да ради бога. Вот. Что ж, кто смотрел прошлое видео, кто не смотрел, для того, кто не смотрел, напоминаю, что это 5-й БР, но с небольшими оговорочками, потому что я взял в команду девчонок, а не 2-го БР-а. Я взял в команду Мустанг П-40 и самоходочка. И самоходочка 3-го БР-а. Поехали. Тем не менее, нас закидывает в Берлин и прямо к дверям Рейх-канцелярии и режим перетягивания каната. Мой не очень особо так любимый режим, но ну да ладно. Вперед! Вперед в бой и с песней. Точку я не буду ставить, хотя, может быть, и надо было бы, конечно, но... Хотя, если не в рамках... Не в рамках задрот марафона ставить точку, а в рамках победы... Я играю не на победу, я играю в удовольствие, по кайфу. Мне просто по кайфу играть в эту игру. Будет точка, не будет точка. Да похер, блядь. По херам. Так, кто там у нас есть, кто? Они успели подойти? Попал там даже. Жесткий бэй на 5-м бэре. За любую сторону. За любую сторону жесткие бэи идут. Сука. Смотреть чаще надо, но у меня микрофон закрывает нижний правый угол экрана. Поэтому... Ебать, блядь, это шо было? Это шо было? А, хлопцы? Что-то я не вразумлю. На як? Вражина, блядь. Гадина! Оце гадина, а? Туда, туда шмалять. Надо, наверное, в здание бы зайти. М-да. Да танк ебашит, я не пойму. Это что за, что за, что за хрень, блядь? Или это... Не понял, блядь, что это было. Ну ладно. Касатики, касатики, погнали, касатики. Морячочки, морячки. Морячочечки. Вот это у них скорострельное. Прям жуть. Получил, блядь, выебало. Все.
Морячки, блядь. Недолго музыка играла. Ну пишите, пишите свои комментарии, пишите. Я их все читаю, правда, все читаю. И даже на многие отвечаю. Пишите что-нибудь, нажмите. Ну тут не грех, блядь, не написать. Сука, блядь, там танки ебашат. Девчат моих. Положили, блядь. Сюда смотри, блядь. Морда немецкая. Давай, давай, проходи, проходи, боец. Я иду к тебе, я... Блядь, самому бы не умереть. Ай, ёб твою мать. Там танк, блядь. Хуярит, блядь. А я что-то это самое... Понять не могу, тут дырки нету. Левую кнопку мышки отпустил слишком рано. Чё, давайте этих что ли возьмем? Где это я? А я где? Ага. Все ясно. Блядь, перелетело. Заградительный огонь. Вот там долбит, блядь. А. Она может быть заминированная. Ну и нахер, блядь, близко подходить. Я ж ему въебало обойму выпустил. Знаете, есть такой стишок. Сука. Почему у человека грустное ебало? Хули ты выглядываешь, блядь? Уебище, блядь. Ого. А, это палка с гранатой. Понятно. Сам, блядь. Надо его добить же. Добей его. Хорошо, пошли отсюда. Надо точку захватить. Нас отбросили. Сейчас будут в спину же стрелять. Или я буду в спину стрелять. Короче, кто-нибудь будет стрелять в спину. Тебя увидел. Из комментариев под видео я понял, что берлинские карты не любят многие игроки. Там, по-моему, кто-то был. Типа коридорная херня, заваленная мусором. Ну, наверное, да. А мне по кайфу. Да? Я все никак не могу дойти до точки. Типа тут... Ого. Долго стоять нельзя так. Типа врага не видно в развалинах и все такое. Сейчас меня сбоку. Фланги у меня не прикрытые, хотя, может быть, никакого сбоку и не будет. Ух ты, блядь, ух ты, блядь. По-моему, меня догоняют. Ага, хватит тут балом торговать.
Бежим, бежим. А точка-то не здесь. Точка не здесь. Точка там. Сквозь горы строительного мусора. Руины. Руины Берлина. Что это прилетает? Это минометный обстрел? Или что это? Я вот... Тут никого. Враг еще не успел добежать. Или это я, блядь, не успел добежать? Помог. По ходу дела я не успею добежать, пацаны, простите. Умираю. Умираю потихонечку. Так, ладно. Шутки в сторону. Я понял, откуда. Откуда враг идет, я понял. Давай, 2 секунды. Оттуда. Если бы еще кто-нибудь поставил бы там маркер. И не могу не согласиться, действительно, видно очень плохо. Видно плохо. Захватили точку. Жалко без моего участия. Он зашел в дом. Блять, перезарядка. Пацаны с палками бегают, я их тут наказываю. Блять, сука, со всех сторон. Обложили, падлы. Морячки, давайте, ваша очередь. Или мустанг взять? Не, нахуй. Морячки хочу. Морячков. Морская пехота. Погнали, давайте. Да не кричите вы так громко. Нельзя, чтобы нас слышали. Нельзя. Блять, не те дистанции, надо... Походу дела, блять... Походу дела я не добегу. Либо добегу, но не в полном... Не в полном составе. Да вот откуда? Кто, блядь? Я слышу, да, слышу. Блядь. Свалился, блядь. Ну, я тоже убил его. Тоже разменялись. Там была точка где-то. Она где-то наверху. Где-то она наверху. И там спавнятся... Блять. Сука. Как туда пробраться-то, а? Как дальше быть? Где она, блядь? Ёб твою мать, да где она, блядь? Я не пойму, где точка, блядь, эта сраная. Так вот, блядь. А вы говорите точку. Ебать, я аху, в ахуе, блядь. Ты точку слышишь, блядь? Да пошла на нахуй эта точка, блядь. Её, блядь, на ещё найти надо в этих ебенях. Ух ты. Ух ты, блядь. Ну, так вот. Пиздец, блядь.
Ладно. Попробую. А чем черт не шутит? А вдруг получится? А вдруг получится, да? И вот так вот, вот такая, вот такой вот режим. Туда-сюда, туда-сюда. Я не знаю, что там за танк. Там, по-моему, их два было. Да. Ладно. Это была авиация. У меня тоже самолет есть. Мы просрали, поэтому я не успею догнать его. И не успею. И не знаю, где он, блядь. Где его искать-то? А ладно, что его искать-то? Нехер его искать, мы проиграли уже. Пустая техника опять, блядь, ну. Я ж говорил, да, только я так умею, блядь, в пустую технику попадать. Блядь. Не везет этому мустангу, блядь. Без хвоста остался, сука. Кто меня сбил-то? Я этот бой все равно выложу. Хоть он уебищный, блядь, я понимаю. Я выложу все равно. Секунд. Какой смысл лечения? Какой смысл? Мы понесли слишком много потерь. Мы проиграли. Ну, видосик убыть все равно. Однозначно. Состав команд, пожалуйста. Что-нибудь пишите, что-нибудь нажмите. Всего хорошего. До свидания.